В Москве открылся главный храм вооруженных сил Российской Федерации, построенный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня его посетил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Когда заходишь в храм, и вот главное изображение Спасителя, ну оно просто заставляет вообще встать, и просто вот, как в народе говорят, дух захватывает, потрясает, и по срокам строительства, по архитектуре, по убранству, по мозаике, по пределам, по иконам. Но это настолько сильно и настолько эмоционально, я абсолютно убежден, что это место будет святым для всех граждан Российской Федерации. Каждый элемент храмового комплекса символичен. Ступени, которые ведут к входу в храм, отлиты из трофейной немецкой техники. Идея как раз Сергея Кужугетовича, которую хотелось реализовать, чтобы каждый, кто входит в храм, фактически идет вот по поверженному врагу, по их орудиям. Да. Каждый из пределов храма посвящен святому покровителю одного из родов войск. Среди них предел святого Ильи Пророка, покровителя воздушно-космических и воздушно-десантных войск России. На икону и аналой Сергей Миронов пожертвовал средства. Этот храм, это будет действительно местом паломничества не только тех, кто служил, служит или будет служить в вооруженных силах Российской Федерации, в армии, флоте, но это, я думаю, что будет местом, куда будет тянуться любой гражданин России. Парламентария также познакомили с музейным комплексом «Дорога памяти». Галерея музея 1418 шагов, количество дней и ночей войны. Уникальные залы с эффектом погружения рассказывают о героической истории нашей страны. Там с помощью специальной программы политик нашел в галерее памяти карточку своего отца. Великие зубовые заслуги, я даже не знал, 51 год, я знал, что он на Ленинградском фронте, и у него медаль за отвагу, по-моему, 43-й год, или 42-й, или 43-й год. В завершении экскурсии лидер «Справедливой России» заявил, что передаст музею для демонстрации фильм «Победа одна на всех». Он создан по инициативе партии совместно с благотворительным фондом имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза».